Почетное звание. Копейский НСИТ знают не только как интернет-провайдера, но и как компанию, которая уже 20 лет занимается благотворительностью и выступает партнером городских мероприятий. Уже несколько лет подряд компания становится победителем в областном конкурсе социальных достижений от законодательного собрания. В этот раз за многолетнее активное участие в жизни города НСИТ удостоили особой наградой. В этот юбилейный год для нашей компании мы также удостоены званием «Почетный благотворитель». За все наши достижения, которые мы делаем в течение всей нашей деятельности. Это такие проекты, которые мы реализовываем, собственные проекты и проекты, где выступаем спонсором основных городских и спортивных мероприятий. Это такие социальные акции, как дворовые игры, которые направлены на развлечение и развитие детей. Внимание пешеход, которое напоминает, как правильно переходить дорогу. Адресные таблички и, конечно, город онлайн, которая помогает следить за порядком и устанавливать нарушителей. Уже 20 видеокамер расположены у нас в городе, и более 1000 панелей установлены видеодомофона. Видеокамеры помогают предотвратить мелкие, крупные правонарушения, либо, если такие произошли, быстро раскрыть. Но хотелось бы отметить самое главное. Мы благодарим всех наших абонентов, которые также внесли вклад в эту премию. Без вас не было бы этой премии. Мы благодарим за то, что вы нам доверяете, выбираете наши услуги. Тем самым мы делаем мир лучше. Меняющий мир был создан для того, чтобы привлечь внимание к людям, которые всегда готовы поделиться своими благами и наполнить жизнь окружающих светом и добром. Конкурс ЗАГС-собрания проводят также в юбилейный 20-й раз. В этом году дипломы победителей получили 45 предприятий и организаций, а также 15 добровольцев.